давно все, как вы построились они. И периодически вот она зимой как бы немножко... Все время, вот это течет уже с самой зимы. Школа рядом, школа, да. Запах вот этот распространяется. А что это вообще течет? Это канализация. Вот дом построили, и вот, пожалуйста, канализация. Они приезжают каждую неделю вот с того колодца, вот колодец вот тот, зафотографируйте. Оттуда воду качают. Да, я уже хотела в администрацию звонить, хотела... Ну, блин, конечно. Но это невозможно. Под дом, посмотрите, шестой дом, там весь затоплен, болото уже. Вот если вам снять туда. Безобразие. Пока был снег, этого не было видно. Ну, он, да у нас везде все течет. Давно уже, так надоело, что вообще это ужас. Вообще это ужас какой-то. С ребенком идешь гулять, это мрак. Не пройти, не проехать. Ни в больницу, ни в магазин. Никаких, ни управ, ничего. Уже жалобу писали. Люди вроде бы просили сделать. Уже кого звонили? Вот это 4-0, который, или 2-0, вот этот номер. Звонили, звонили, но никакого просвета. Что там грязь, вот не пройти, около школы, и выше. И вот здесь вот сейчас вот грязь вообще пройти невозможно. Асфальт испохабили настолько, что в темноте люди ноги ломают.